Фильм Найта Шьямалана «Поворот». Всем привет. Неожиданный поворот сегодня произошел 21.02.2023 в процессе по уголовному делу доведения до самоубийства старшей медсестрой по версии обвинения Матвейчук Ольгой, другой медсестре Айжан. По версии следствия она довела ее до самоубийства. Данный процесс освещают местные журналисты. Один из них некий гражданин К, который действует под псевдонимом Неупокоев Евгений. О нем можете посмотреть 8 видео на канале «Сургутнадзор». Плейлист называется «Неупокоев Евгений». Вы в курсе, что он статьи публикует? Что якобы Антон Булгаков является сектантом? Напомню, в прошлом году был подан иск на информационно-аналитическое агентство «Ура.ру», где работает Неупокоев Евгений, под псевдонимом этим некий гражданин К. Личность его сейчас устанавливает полиция. Предмет иска – признать недостоверную информацию, размещенную неким автором Неупокоев Евгений на сайте ура.ру. А потом эти слова все поудаляли. Ничего себе, как это сектант. Посмотрите на канале «Сургутнадзор». И сегодня произошел новый поворот. Еще один журналист, шеф-редактор телеканала «Мегаполис». В ее действиях, со слов адвоката потерпевшего, были обнаружены признаки клеветы. О, какой поворот! О чем было подано заявление о совершенном преступлении в полицию. Смотрим. Сегодня мы расскажем, как правильно держаться в кадре. И в этом нам поможет региональный журналист Анна Кучма. Погнали! Анна Кучма является опытным региональным телевизионным журналистом. Ее журналистская деятельность полифункциональна. Полифункциональность – это специфика профессиональной деятельности регионального телевизионного журналиста. Порядок расследования доказательств, истинности к допросу свидетели, которые явились в судебное заседание. Пожалуйста, у вас какое ходатайство? Да, ваша честь, у меня даже не ходатайство, а заявление. У нас процесс освещается в средствах массовой информации и установлен факт распространения клеветы в отношении потерпевшего. Вот это поворот! Я прошу председательствующего в порядке статьи 243 разъяснить еще раз представителям средств массовой информации о недопустимости нарушения закона о СМИ и положении Гражданского кодекса, и тем более положении Уголовного кодекса. В настоящее время я извещаю, в том числе и представителей средств массовой информации, что подано заявление о совершении преступления, клевета, соответственно, из средств массовой информации в отдел полиции в отношении журналиста или корреспондента, там будет установлена Анна Кучма и о Мегаполис. Благодарю. Итак, пожалуйста, мнение. Возражениями. Достаточно комитет. Благодарю. Пожалуйста, ваше мнение. Нет. Совсем понял, о чем происходит. Итак, еще раз, что разъяснить? Расскажите, пожалуйста, какие положения вы хотите, чтобы были разъяснены в таком случае? Я прошу разъяснить положение статьи 128, прим. 1, части 2 о клевете, то есть распространение сведений, не соответствующих действительности. И также положение закона о СМИ, которые обязывают журналистов освещать и освещать в средствах массовой информации правдивую информацию. Благодарю. Итак, за разрешение суд определяется. Да, конечно. И
дополнительно затрудняет, что согласно части 1 статьи 4 Закона Российской Федерации о средствах массовой информации недопустимо использование средств массовой информации для совершения уголовно наказуемых деяний. Анна Кучма – пример регионального телевизионного журналиста, который самостоятельно создал и проработал телевизионный образ для каждой программы, которую она ведет, и для каждого вида деятельности, которым занимается. О, какой поворот! Давайте танцевать! Вот это поворот!